Рисуем зиму. Северное сияние, заснеженные елки, полярный медведь, а шубка какая пушистая. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ольга Мишина. Давайте нарисуем гуашью вот такой зимний рисунок. Северное сияние, полярный белый медведь и заснеженные ели. А шубку у Мишки мы будем рисовать щетинистой кистью вот такими тычками. И тогда от каждой щетинки остаются следы, и получается пушистая белая шубка. Вы увидите это в видео. Друзья, если вам нравится со мной рисовать, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и делитесь моим видео. Успешного вам творчества!